Знакомство вслепую. Компьютеры, телефон, сайты, соцсети. Современные девушки ищут прекрасных принцев на просторах интернета. Неземные красавцы на фото, многообещающая переписка. Ослепленные идеальным описанием и красивыми обещаниями, девушки легко попадаются в руки аферистов. Чаще всего такие одинокие женщины, они занижены самооценки, и они не надеются на то, что на быстрый какой-то результат. Но и этим пользуются аферисты. Они не дают опомниться жертве, они мгновенно реагируют на вновь поступившего участника, на нового участника, и сразу же засыпают комплиментами. Они очень обходительные, они проявляют глубокий романтизм и очень много всего обещают. Доверчивые жертвы выбираются заранее. Одинокие, молодые, романтичные натуры чаще всего мечтают о возвышенных чувствах. В таких отношениях лучше не торопиться, советуют специалисты. Очень важно, конечно, в такие моменты девушкам, чтобы не поддаться на такую уловку, именно взять тайм-аут, именно взять время. К сожалению, аферисты знают то, что время давать нельзя. Они будут использовать любые уловки, чтобы не дать жертве опомниться. И взяв все-таки тайм-аут, девушка может проследить реакцию своего переписчика. Жертвой такого дон-жуана оказалась жительница Одинцова. Бурная виртуальная связь закончилась с просьбой о помощи в 170 тысяч рублей. После перевода нужной суммы избранник перестал отвечать на сообщения. Мошенником оказался 37-летний житель ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уважаемые жители и гости Одинцовского городского округа, по всем фактам, вызывающим у вас подозрения, обращайтесь в дежурную часть УМВД России по телефонам 8-495-593-1062. 593-2065. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».